Короче, этот выпуск по факту ни о чем, никакой не обзор, никакой смена влог и ничего остальное. Я этот выпуск, наверное, назову как-то связанное что-то с моей молодостью, и, наверное, покажу вам, как я в свою молодость, когда начинал работать кальянщиком, как мы забивали кальяны. Собственно, маленькая предыстория, почему вообще это видео должно сейчас появиться на моем канале. Я, значит, стою, спокойненько делаю кальян гостям на апгрейдике, и вот этот бро... Вот этот бро, что ты делаешь? Я показывал скулфану. Он показывает мне, сука, вот такой вот охуенный old school funnel, старенький, добренький, блядь, на котором я всю жизнь и проработал. И меня, блядь, как проперло нахуй. Я хочу, блядь, что-нибудь такое вот, блядь, покурить. Короче, первый вопрос, ребята, у вас есть альфакер вишня? Они говорят, есть, блядь. Я такой, да ну нахуй. Я говорю, блядь, а есть что-нибудь из старых кальянов? Они мне говорят, дава, есть триметал, блядь, Халил Маму, настоящий триметал, блядь, старенький. Я говорю, сука, все, заебись. И сейчас я вам буду показывать, как забивали мы в то время, это 2012, может быть, год. Что-то вот в тех годах, короче. Сейчас мы вам все это покажем. Так, бразы, ну-ка, снимай меня. Смотри, короче, тут фокус очень, так что можешь прям поближе снимать. Короче, мы брали вот такой old school, делали либо вот такие хомуты из фольги, либо, короче, делали, ездили на авторынок и покупали металлические хомуты. Делали вот так вот, да, примеряли, чтобы было все нормальненько. Никаких сюда фольгушек мы нихуя как бы не забрасывали, да? Мы просто брали альфакер. Вот так вот. Это, кстати, осталась последняя вишня. Пойдем, снимай, снимай. Шли вот так вот к раковине. Вот так вот делали. Хорошенечко его выжимали в водичке. Потом, снимай. Потом шли сюда обратно. Бросали все это на досточку. Пушили. Вот так вот. Дырочку затыкали, вот так вот его выкладывали по-профессиональному, анальному, блядь. Я сейчас такое ощущение, как будто я работаю на каком-то аутсорсе, мне, блядь, 20 лет, блядь, а у меня 60 заказов, нахуй, блядь, угли, блядь. Далее брали ладошку, и вот так вот ладошечкой все аккуратненько, равномерненько приминали. Собственно, вот так это все делали. Потом для проверки вот так вот переворачивали. Значит, все окей. Далее. Сейчас пойдем помоем руки. Далее мы просто обычно мыли, блядь, руки. Брали наш хомутатор вот этот, ставили его вот так вот, подравнивали. Правда, фольги у нас на тот момент такой прям толстой не было, но все равно. Брали, делали вот так вот. Вот так вот ставили. И вот так вот все это заворачивали. Далее брали как можно толще шило, но здесь вряд ли получится. А, нет, получится. Делали вот такие дырки. Собственно, вот такое количество дырок. Потом брали еще фольгу. Вот столько примерно отворачивали. И складывали это все в три слоя. Далее делали вот такую штучку, и обязательно ее нужно было об живот. Я очень сильно пригождался в такой вещи. Я сейчас реально вот не помню, смогу ли я так же ровно и идеально, как я когда-то закручивал борта, сделать. То есть мы брали вот так вот бортик.
вот так вот прокидывали. Не, я такой уже идеально не смогу сделать, походу, как раньше. Да, а ведь раньше я был королем бортов, блядь. У меня были самые идеальные борты. И вот так вот это все. Короче, я сейчас поправлю, сделаю покрасивее, не на камеру. И мы это, собственно, все раскурим на три металла. Так что это олдскульчик, это моя молодость. А, короче, я, блядь, более-менее борт, нахуй, сделал на эмоциях. Но это не тот, тот был прям идеальный и ровный. Ну, блядь, руки забыли всю эту хуйню, старую школу. А мы брали вот так вот чашечку. Какие нахуй резинки, ребят? В то время рулили салфеточки. Мы еще вот так их заворачивали. Вот так вот. Мочили. И накручивали. И вот так вот насаживали чашечку. Так, сейчас мы его отпустим. А, конечно, шланг, блядь, не олдскульный, но вот так вот брали угли, ставили. И начинали, собственно, раскуривать. Как старые добрые времена, брали и раскуривали. Только угли поставили и понеслась. Стой, стой, забыл самое главное. Ебать, как я мог проебанить это? Это. Штучечка, накрывашечка, вот так еще делали. Вот так, собственно, в 2012 году мы и делали кальяны. Вот так вот мы его по кругу пустили, хорошенько накурились и отдавали гостям. Так что немного олдскульчика вам в ленту, ребят. А, не забывайте, с чего все начинали, блядь. Ставь лайки, блядь, пиши комментарии. Это Дава Дым, это Тарас Смокинг Тайм. Я у них этот олдскул заберу. Да? Фара у нас хотят что-то отжать. Он еврей, хуй тебя даст. Все. Он хочет олдскул забрать. Я тоже что-нибудь хочу сейчас забрать.